Поиграть с известными мультперсонажами, пройтись в лодке и своими руками сделать подделку – все это можно было сделать на 4-м ежегодном семейном празднике «Дом глазами ребенка». Поучаствовать в веселых конкурсах и квестах пришли сотни рязанцев. Взрослые тоже не обижены. Для взрослых тоже будет конкурс мам, конкурс пап со своими призами, с интересными розыгрышами. Это семейный детский праздник для детей, для взрослых, для жителей нашего города. Праздник «Дом глазами ребенка» стал традиционным. В этом году, однако, он прошел в новом формате. Площадка праздника стала большой квартирой, где каждая игровая зона или тематическая площадка представляла собой комнату. За участие в конкурсах и развлекательных зонах дети получали внутриигровые жетоны и могли их обменять на разнообразные призы. Очень много для детей развлечений. Везде детишки активно заняты, не просто стоят в стороне. Очень нравится, как раз для молодежи. Вот такой вот... Спасибо, кто делает праздник. Хорошо организовано, все интересно. Моей дочери нравится. Мероприятие было организовано Рязанской палатой недвижимости совместно с правительством региона и городской администрацией. Дорогие друзья, дорогие ребята, мне очень приятно видеть вас всех сегодня здесь на этом празднике. Уверен, что этот праздник станет для каждого из вас продолжением летних каникул. Здесь вы найдете много интересного, полезного для себя. И самое главное, что после этого мероприятия с замечательным настроением вы пойдете домой. Всем вам сегодня успехов, удачи и побед! Площадок для праздника было несколько. Так, в другой стороне Центрального парка культуры и отдыха проходил детский футбольный турнир. Как сказали организаторы, взрослых состязаний хватает, а для детей 12-летнего возраста еще ни одного не проводилось. Сегодня принимает участие 5 детских команд. 2 команды из детской спортивной школы «Орион», 2 команды из школы-интерната и команда школы номер 33. Михаил Борисов отметил, что дети показывают хорошую упорную борьбу. Призом для них стали кубки и подарки от спонсоров. В завершении праздника все участники получили подарки и дипломы. Также провели розыгрыш главных призов мероприятия. Валерий Седов, Данил Пилипенко, телекомпания «Город».